Алексей Александрович Николаев, министр автомобильных дорог РСФСР, один из организаторов крупнейших реформ в дорожном хозяйстве, таких как перевод строительства и ремонта дорог на внебюджетное финансирование за счет дорожных сборов, выделение дорожного хозяйства в отдельную народно-хозяйственную отрасль с созданием Министерства автомобильных дорог РСФСР. При нем была создана развитая сеть автомобильных дорог, укреплена дорожная отрасль. Биография. Родился 8 апреля 1914 года в городе Москве, в семье служащего в Рогожско-Симоновском районе. В 1929 году после окончания семилетки поступил во вновь организованный Московский автомобильно-дорожный техникум на дорожно-строительное отделение, окончив его в 1932 году по путевке ЦК Комсомола работал на дорожном строительстве на Дальнем Востоке на Сахалине. Начав свою рабочую биографию с должности техника, стал впоследствии прорабом, начальником участка, главным инженером Сахалинского облдортранса. В 1935 году переведен в Москву, где в течение года работал техником, прорабом, начальником участка Таганского дорожного треста. С 1936 года по апрель 1941 года студент дорожно-строительного факультета Московского автомобильно-дорожного института, который закончил с отличием с апреля по июль 1941 года, прораб, старший прораб на строительстве автодороги Москва-Минск. С июля 1941 года по 1942 год главный инженер дорожно-строительного района на строительстве автодороги Москва-Куйбышев. 1942-1943 начальник строительства моста через реку Цена. 1943-1953 главный инженер, начальник дорожно-строительного района управления номер 4 Гушаздора. 1953-1954 начальник производственного отдела главдорстроя. 1954-1955 заместитель директора Сойсдорнии. 1956-1957 начальник главдорстроя. 1957-1961 начальник главдорупра. 1961-1969 первый заместитель министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР. С 1969 по 1985 министр автомобильных дорог РСФСР скончался в 1987 году. За период его 25-летнего руководства дорожной отраслью были построены 22,5 тысячи постоянных мостов общей протяженностью 908 километров, более 200 тысяч километров автомобильных дорог, связавших Москву с подавляющим большинством областных центров, а также с 1682 районными центрами и 21736 крупными сельскими населенными пунктами. Стихотворные строчки, написанные Алексеем Александровичем, завет всем новым поколениям дорожников, наградой 2 ордена Ленина, орден Октябрьской революции, 2 ордена Трудового Красного Знамени, 2 ордена Знак Почета, медаль 50 лет Монгольской Народной Республики, почетная грамота Верховного Совета РСФСР память. 8 апреля 2004 года на здании Росавтодора в Москве открыта мемориальная доска первому министру автомобильных дорог РСФСР Николаеву. 8 апреля 1988 года Совет министров РСФСР распоряжением номер 324 принял ходатайство Минавтодора РСФСР о присвоении имени А. Николаева Московскому автомобильно-дорожному техникуму. Это предложение было вынесено на рассмотрение коллектива техникума директором техникума, учеником и соратником А. Николаева Виктором Лукичем Белашовым. В 2010 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга Виктора Костылева, посвященная А. Николаеву.